Дом семейного типа в Гродно планируют открыть уже в декабре. Объект в микрорайоне Ольшанка готовят к сдаче, и уже скоро там будет звучать детский смех. К слову, проект нового жилья позволит разместить 11 детей. В двухэтажном доме 4 детских и спальня родителей, 2 санузла. На первом этаже просторная кухня, столовая и большая гостиная, гардеробная. Рядом с домом оборудована игровая площадка, высажены деревья. Также есть гараж и мастерская. Ну, на сегодняшний день все работы, строительно-монтажные работы завершены. Оборудование установлено было еще в августе месяце. Сборка мебели на сегодняшний день тоже завершена. Уже известна пара, которая станет родителями для маленьких жильцов нового дома. Отметим, что эта семья вырастила и воспитала 3 детей. И уже ранее брала малышей под опеку. Родители-воспитатели принимаются на работу отделами образования. С ними заключается трудовой договор и договор об условиях воспитания и содержания ребенка. Таким образом, воспитанием детей родители-воспитатели занимаются профессионально и являются работниками отдела образования. Всего в области функционирует 28 детских домов семейного типа, на воспитании в которых находится 209 детей-сирот. Новый жилой объект в Гродненском микрорайоне Ольшанка станет 29-м в области. Он входит в республиканскую инвестиционную программу на 2020 год.